Белые платья, свадебные букеты, хороводы, друзья и родственники. Театральный каток в сквере Юбилейный на день превратился в ЗАГС. 12 пар из разных городов Подмосковья собрались на ледовой площадке, чтобы зарегистрировать брак в необычной обстановке под открытым зимним небом. Химчане Сергей и Динара вместе уже 2 года. Пожениться решили 2 месяца назад. Пришли в местный ЗАГС подавать заявление, а взамен получили неожиданное предложение. Просто мы хотели... Тихо, скромно расписаться, но в этом году пришли подавать заявление в ЗАГС, и нам предложили такой необычный формат. Вот, мы подумали и согласились. Динар, ну а вы как вот на коньках невеста, да, на всю жизнь запомнили? Да, конечно, это же такое событие, это Новый год, это здорово. Еще одна пара, которая решила отправиться под венец на коньках – Сергей и Алена, жители подмосковного Королева. Молодые люди, не раздумывая, приняли приглашение заменить традиционную свадьбу на новогоднюю. Добавилась еще одна традиция, да, 30 декабря мы будем теперь ездить каждый год на каток. Это будет у нас теперь такая вот как дата вот. И будем знать, как ее отмечать. Поздравить молодоженов и сказать им напутственные слова приехали глава городского округа Дмитрий Волошин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и Елена Филатова, начальник главного управления ЗАГС Московской области. Чтобы им было интересно в жизни, чтобы вы всегда шли, вы знаете, очень часто говорят, рука об руку, чтобы вы шли рядом. Чтобы вы знали, что если кто-то поскользнется, что-то случится, рука другого всегда будет рядом. В этом году на этом прекрасном катке действительно были бракосочетания 12 семей. И для нас очень важно, что именно в Химках под Новый год у нас родилось новых 12 семей. Присоединился к поздравлениям и специальный гость мероприятия – актер, певец и музыкант Никита Пресняков. Молодоженам я всем желаю сохранять это счастье, весь этот драйв, который в этих юных глазах. И понимать, что тандем муж и жена – это в первую очередь команда должна быть. То есть это реальная команда, прямо вот все, чтобы вот друг за друга. И это твой муж для жены – самый лучший друг, и жена для мужа – самый лучший друг, должна быть только так. В качестве свадебного тамады на катке выступил Дед Мороз. По такому случаю дедушке пришлось тоже встать на коньки. Поздравили молодоженов праздничным концертом. Перед зрителями выступили артисты городского округа Химки.